В Нижнем Новгороде состоялось первое в этом году заседание рабочей группы по защите прав граждан, участников долевого строительства в регионах Приволжского федерального округа. На заседании была отмечена положительная динамика решения проблемы обманутых дольщиков в нашей республике. В прошлом году были сданы 3 объекта. Долгожданные квартиры получили почти 90 дольщиков. Правительство Чувашии находит законодательные пути решения этой непростой проблемы. Накопленный опыт вполне может пригодиться тем регионам ПФО, где вопрос стоит еще очень остро.